Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это слово на каждый день. Псалом 118, стих 105 говорит: «Слово Твое – светильник ноги моей и свет стези моей». Слово, оно действительно светильник для ноги нашей. Оно для светильник для того, чтобы мы читали Слово и просвещались, чтобы мы свои дела строили на основании Слова Божия. Я верю, что это слово не только свет стези моей и светильник ноги моей, но и твоей, брат и сестра. Я тебя благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы это так было. Также Псалом 118, 140 стих говорит: «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его». Я желаю, чтобы каждый из вас возлюбил слово, чтобы слово, оно всегда действовало в вашей жизни и могло принести обильный плод. Я вас благословляю на каждый день, и пусть вас Бог ведет своей рукой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.